Салем, Дина. Салем, Даник. Сегодня мы будем учить счет. Это очень важно уметь считать. Сначала досчитаем до 10. Чтобы все вокруг могли изучать, сказал Телем. Бер, Еке, Иш, Төрт, Бес, Алты, Жеті, Сегіз, Тоғыз, Он. Остальные цифры можно составлять, если знать название десятков. Вот они. Жиырма, Отыз, Қырық, Елу, Алпыс, Жетпіс, Сексен, Тоқсан. Сотнями и тысячами все просто. Вы просто называете их количество. Жыз, мың. Например, 5325 будет по-казахски. Бес мың, үш жүз жиырма бес. Чтобы все вокруг могли изучать, сказал Телем. А теперь, Даник, мы проверим себя. Я буду показывать тебе карточки с цифрами, а ты называй их по-казахски. А вы, ребята, помогайте Данику. Бер. Бес. Сегіз. Он. Он без. Елу. Елу алта. Жыз. Екі жыз. Екі жыз он. Екі жүз отыз алты. Мың. А теперь назови мне год проведения выставки Экспо в Казахстане. Екі мың он жетінші жыл. Чтобы все вокруг могли изучать, сказал Телем. Замечательно! Теперь ты знаешь название цифр. А вы все запомнили, ребята? Попробуйте дома посчитать разные предметы по-казахски. Сау болыңыз! Сау болыңыз! Как будет на казахском 9? Тоғыз. Как будет на казахском 50? Елу. Как будет на казахском 90?